Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествия». Мы в Адлере, на центральном рынке адлерском. Давайте посмотрим, почем у нас сейчас цены в Адлере. И все-таки впереди лето. Готовимся к лету. Пошли гулять по центральному рынку Адлера. Ну, вот он рынок. Здесь еще закрыто. Мы пришли раненько. Чучело 25 рублей. Фундук по 50 большие, по 25 поменьше. А еще есть с грецким орехом. Да, с грецким орехом 50. Чтобы без красителя, это у меня ругать будет. Ну, для тех, кто любит сладости. Ну, еще там сколько вам? Две штучки. Добавлю еще один гранат, один виноград. Это всегда. Ну, давайте. На апельсине, представляешь? Какие сладости, всякие разные. Ну, черчхела 25, с орехами по 50. Мы на центральном адлерском рынке. Вон ее сколько. Да. Ну, это сантиметров по 40 длиной. Вот такая. Она по 50 рублей с орехами. А сантиметров по 20-25 рублей. Хурма шикарная, можно попробовать. Гранаты. Я вас слушаю, дорогая. Ой, смотрю. Мандаринки почем, говорите, у вас? Абхазские? Так, вот это 120, вот это 150. Мандарины вот уже эти 150, уже эти 120. Все. Конечно. Ясно. Ну да, уже все. Вот есть 300, 250. А это что такое? Это кунфат. Что-то я не знакома с такой. Да, это очень полезная штука. Она очень сильно поднимает иммунитет. Понятно. Шестьсот рублей чеплашка. Может быть, там полкилограмма и есть. А здесь 400 рублей. Сыра свежий урожай. Лайм. Виноград 250. Сколько? 300 рублей килограмм. А, 300 рублей, это что-то мне показалось не так. 300 рублей килограмм гранат. Ну, винограды по старой 100 рублей, уже невкусные. Яблоки по 150 рублей. Чай горный, детский. Чаев полно. Ну, это вот сушеные. Там всякие сушеные, что только нет. Лаврушечка, красота. Хурма сушеная, ну да. Нет. Гранат 350. Хорудок, посмотри, какие шикарные. Угу. А этот по 250. А какая разница? Просто то, что побольше? Дагестан, Иран, Сирия. А, разные. Дагестан, Иран, Сирия. Угу. Понятно. Хорошо. 500 рублей сладости. 550 сладости. Всякие. Мои красавицы, что подсказали? 450. Травы всякие. Всякие приправы.
25 рублей ложечка специи. А это варенье всякие. С чем только нет. Что только нет. Варенье. Чаи зеленые, черные. Что вы хотите? Смотрю, иду. Орехи различные. Алла, спасибо. Подходим, выбираем, у нас есть девочки. Подходите, там напротив. Посидите бунта горманная. А? Посидите бунта горманная. Что вам взять на пробу, девушка? Смотрю, мы смотрим. Разнообразие сушеных фруктов. 560 и 520. И орехов. Ух ты, черемша уже пошла, да? Начинается, ага. Очень хорошо. Больше интересуют огурцы, помидоры. Самое ходовое, самое, вернее, съедобное в этом. Скажите, а крапива почем у вас? 30 рублей пучок. Уже пошла молоденькая.
Ну, ничего такого подходящего. Какие они красивые. Ой, красота. Помидоры розовые 275. На 25 рублей дешевле, чем по рынку. И яблочки, пожалуйста. Гранат 260, а по рынку 300. Киви 145, мандарин 130, апельсин красный 170, красный, малина 300, огурцы 150, баклажан, о, огурцы какие, а, это в банках, там, на заднем плане ценник. Капуста пекинская. Ну, а здесь общим планом. Очень много всего мясное. Общим планом. Да. Ну ладно, она мне тогда, значит, позвонит. Да, по любой. Но вы найдете тебе или мне? Кому? Таньке? Ну, а ты ставишь деньги, да? Конечно. Кроме меня кто ставит? Да. Давай. Йогурт Ряженка. Ну, вот такого типа сыры. Ему просил, можешь его снимать. Ну, это супер. Да, не за что, я дал тебе связь. Я извиняюсь. Соленья. Я же поняла, что он поменьше. Ага, да, вот это. 200 рублей сметана, 20% на литр. Еще 350. Так, Нина Николаевна. Да, Нина Николаевна. Я извиняюсь, что пришлось так. По телефону поговорить, ну? А икра дорогая, нет? 650 рублей за баночку. А там сколько грамм? Да, все, я получила, Анна Викторовна, спасибо. 140 грамм. Могу запросить. Эвкалипт. Видите, как
березовые венечки, пожалуйста. Да. Так что в баньку с березовыми венечками. Вот дубовые, да, веники? Ой. Да. Все есть. Ох, да. И эвкалипт. Калина, да. Это калинка. Хорошая штука. Да, полезно. Конечно. Домашняя. И а цена сколько? 150. Ага. Сейчас, а летом тогда много. Ну, летом подороже будет, да. Угу. А сейчас 150. А дешевле будет летом? Правильно, сейчас же они не несутся. Ну да, ну да. Значит, сейчас 150, а летом будет подешевле. Красивый мешок чая. О, какая прелесть, какой он огромный. Сыры. Хотите картошку попробовать? Нет, а я же знаю. Я же знаю их вкус. Знаю. Ешьте, а ты что, мне одну и толстый, что ли, ходить? Просто угощу вас, пожалуйста. Спасибо. Нет, не палочки. Вкусная штука, конечно. А простой сулугуни, малосольный, 600, да? Ну, он прям сливочный, малосоленый. Вот главное, что малосоленый. Нет, сейчас не надо. Я сейчас все равно брать не буду. Вот, но... Нет. Буфало – это подвиктовство лобика. Ой, ну здоровые какие карты. Лобик делится на две категории – серебристый и черный. У черного голова большая, поэтому называется буфало. Белый амур вообще сантиметров 80 длиной. Голова маленькая. Вот это у нас дома есть, так, а вот это вот что-то прям такое здоровое. А можно я отойду? А камбала-то какая огроменная, батюшки. В полметра в ширину. Вот это да. Я очень в ютубе там учила грабчанских. 450. Хамсы? Хамса 200 рублей. И васи 350. И селедочка. Какая крупная. А селедка чья? Пока моя, купите будет ваша. Нет, нет, нет. С какого она? Тихоокеанская, атлантическая? Какая она? Атлантическая в данный момент. Атлантическая, все ясно. Сколько? Скумбрия. Окунь морской. Барабулька родная. 1000 рублей. Копченая 800. Вяленая. Всех сортов барабулька. Форелька. Шикарно. Холодного и горячего копчения. Вот тут вот горячего копчения, это холодное. Не хили, а не мартынки. Форелька обалденная. Скидочку сделаем на форелечку, девушки. Пусть кушают. Так что рыбки, пожалуйста. Делаю, потому что у меня тут 800-ки осталось горячее. Ставрида вяленая. Ну а барабульки, ну просто всяких сортов. Какой только нету. Форель вяленая. Знаю. Это скумбрия холодного копчения. Есть сарданчик.
А запахи, ароматы какие идут? Так это только прямо... прибыло, конечно, будет пахнуть в коптилке, посмотрите. Ай. Она, нюхайте, она только прибыла, конечно. Ну да, ой, конечно, какие ароматы. Ну это вообще запах. Прямо. Смешать можно со скидкой. Это вообще запах не мой, это потом что вяленое. Ага, а здесь вообще. Это горячее, там холодное. Вот горячее тоже. Можно со скидочкой. Дать попробовать? Нет, 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 спасибо. Спасибо. Молодцы. Спасибо. А это что? Сарган, игла наша. Сарган, а, игла. Есть посуше, как таранка, есть помягче. Я уже тогда, это было в молодости, да? Я, знаете, сколько переела, у меня отец 600 рублей. Раньше-то копейки было, а сейчас... Раньше. Раньше все было копейки. Ну, понятно. Раньше были молодыми, не такими сидели. Вот, да. 50-450. Это мелкое, это покрупнее. Ой, ну барабули каких только, какой только нет. Просто, это же какое разнообразие. Размер, знаете, 250-450. Вобла. 1000 рублей килограмм. Вот твою вобу никогда не любила. Почему, не знаю. Наверное, потому что на корюшке выросла, на сушеной. Наверное, поэтому. И после корюшки как-то вот... Корюшка 2,5 килограмм. Сушеная же, да? Сушеная. Ну, ага. Ну да. Ну и вот такая красотища. Господи. Толстолобик 350 рублей за штуку. Вот такая огромная, батюшки. Она просто огромная. Сантиметров, наверное, 60 длиной. 70. Это толстолобик. А, это не меня спрашиваешь. А вот 250, чуть поменьше. А вон там 400. Ну тут уже вообще под все 80. Пожалуйста, сантиметров. Приходите. Спасибо. По 40 сантиметров где-то длина. Ну, чуть толще моего пальца. Кальмарчики. Еще кальмар. Шашлык и щуки. Да, рыбина 350, да. Давай купим. Ой, как хорошо. Пожалуйста. Вот 7-й рыбный павильончик, номер 7. Вот здесь купили мы сейчас рыбку вот такую. Вот вышла она у нас на килограмм, на 400 рублей килограмм. То есть вот такая вот здоровая. Вот издалека фокус не показывает так, конечно, как это самое. Но она, вот если я так вот возьму, вон какая огромная, толстолобик. Копченая. Вот сейчас вытаскивают их, вон они какие. Огромные-огромные рыбы. Так что 7-й павильон. И очень вкусная, шикарная. Вон какая шикарная, да. Вот какая огромная. Друзья, ну вот мы прошлись по рынку. Я показала, как могла, цены. Прямо медленно ходила, медленно, чтобы показать, чтобы видно было все. Так что, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока, до встречи!